Константин Генич и Георгий Черданцев, с вами. Дождь льет, но поле готово к такому. Посмотрим, как погода скажется на игре. Костя, что думаешь по поводу хозяев сегодняшнего матча? Так, эта команда главный претендент на чемпионство. Пока у нее все хорошо, тренерские задачи решаются, установки выполняются. И если так дальше пойдет, то да, перед нами будущий чемпион. У сегодняшних хозяев лучшая защита в лиге. И очень скоро мы увидим ее в действии. Посмотрим, так сказать, как надо играть в обороне. Хотят с первых минут забрать они мяч себе сегодня. Выбрали тактику высокого прессинга. Как будут выходить соперники из такой ситуации, вот что интересно. Посмотрим. Высокий прессинг не новинка в футболе, и вариантов выхода из-под него много. Главное не терять концентрацию и максимально четко распоряжаться мячом. Тогда преимущество окажется уже на их стороне. Мы видим состав команды гостей. Расстановка с явным перекосом в сторону атаки. Защитникам придется сегодня выложиться на полную. Первый тайм начался. Роман Зобнин. Все верно, края надо чаще задействовать. Подача, чей мяч будет? И счет в матче открыт. Отлично, они начали. Быстро решили забрать игру себе. И гол в этом, конечно, плане лучший помощник. Какая атака, а? Какой гол? Просто идеальная передача была. Тут хочешь, не хочешь, а забьешь. Да, выложил мяч буквально на блюдечке. Очень хорошее взаимодействие в этом моменте у игроков было. И подача хорошая получилась, нацеленный, и головой удар оказался не берущимся. Минимальное преимущество одной из команд к этому моменту. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Есть свободное пространство на фланге, и туда идет атака. Навешивает в штрафную. Есть там кому сыграть. Забирает мяч голкипер. Мяч у соперника. Накрывают его прессингом. И есть вариант, куда сделать пас. Ударище! Свисток арбитра угловой. Неплохой удар, но вратарь на месте. Вот такой прямолинейный дальний удар. В следующий раз нужно что-то более интересное придумать. Красивый повтор мы с вами видим. И удар хороший, и вратарь великолепен. Великолепный удар. Но и вратарь ведь не просто так зарплату получает.
в центр штрафной. Перекладина спасает. Некоторым командам гораздо легче даются голы с игры, да и вообще. Да, несколько тяжеловато сегодня выглядят футболисты. Не хватает им, конечно, легкости и, я бы сказал, свежести. Такие удары, разминка для вратаря. Ну, навешивай. Штрафной подачи, есть там кому сыграть. Он бьет головой и забивает. Как он играет головой, можно до бесконечности смотреть. Отличная передача, вы только посмотрите, как точно мяч пришелся на голову. Великолепный гол, прекрасно сыгран. Ну, тут надо голевую передачу отметить с фланга. Навес получился просто на заглядение. Оставалось его только замкнуть. Ну, что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Два-ноль. Отыграться теперь будет труднее. Пока неплохо. Уверенно они идут вперед с мячом. Продолжает. И пробил. Защита надежно играет. Мяч будет введен из-за боковой. И снова мяч покидает поле. Еще раз смотрим офсайд и видим, что он действительно был, и бригада арбитров не ошиблась. Глушаков. Есть свободная зона перед игроком на фланге. И подает штрафную. И не стесняется бить поворотом, но промазал. Однако каков напор, а? Ну так он уже забивал сегодня и решил на этом не останавливаться. Какая техника, как он обращается с мячом, вы только посмотрите. Ну как же так, вышел один на один и не смог попасть в створ. Жахнул, что есть силы, вот только точности этому удару не хватило. Стоит отметить четкие действия игрока, вернувшего мяч своей команде. Вряд ли можно в данной ситуации винить игрока, отдавшего передачу. Перехват был хорош. Навес в центр штрафной. Гол! Высший пилотаж в игре на втором этаже. Великолепно пробил. Точно и достаточно сильно. Вратарь был бессилен. Все-таки сумел достать мяч головой и не оставил вратарю ни малейшего шанса. Второй гол для него сегодня. И останавливаться на достигнутом он явно не собирается. Гол заслуживает того, чтобы увидеть его еще раз. Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом.
Впечатление такое, что просто над соперником издеваются. Есть шансы в этой атаке, пока она продолжается. Хорошо, может атака пойти дальше, есть на кого сыграть. А как насчет навеса здесь? Неудачная передача, мяч прямо в ноги сопернику отправился. Навешивает в штрафную, есть там кому сыграть. И покидает. Отличный удар. И подавать с угла будет игрок. В центр штрафной мяч направлен. Отличная оборона действует. Вперед игра идет. Мяч у атакующей стороны. Уходит в центр с фланга. И пробил он по воротам. Не стал ничего придумывать защитник, просто вынес за боковую. Денис Глушаков. Все, ничего в этой атаке не получилось. Удар от ворот. Насколько я знаю, Ювентус был активен сегодня на трансферном рынке. И чем же закончились их попытки кого-то купить? Да, все так. Шумихи было много, но толку от этого никакого. Трансфер состоялся, и это главная новость. Потеряли мяч, оказался он за лицевой, и это значит удар от ворот. И буквально подарил мяч сопернику. Нет, не дошел этот пас до адреса. Такие передачи придают атакам остроты. И подает в штрафную. Кто там выиграет мяч? Есть удар! Отлично, игрок заблокировал этот удар. Какой удар! Катает мяч перед чужой штрафной в надежде на открывание кого-то из нападающих. Удар по воротам. Не спасает тут вратарь. И возвращают они интригу в игру, хотя и горят в два мяча. Очень здорово пробил игрок. Весь вложился в этот удар, как из пушки. И ни единого шанса не было у голкипера, чтобы спасти свою команду. Давайте посмотрим еще один повтор, только с другой камеры.
Тем временем у нас 3-1. Роман Зобнин. Я вот не уверен, что такой футбол нужен. Катают мяч на своей половине поля, вроде и выигрывают, но играть-то не играют в данный момент. При массированной обороне всегда легче и правильнее атаковать флангом. Хорошо мяч перехватили в атаке. Попытка обострить игру. Мяч перехвачен. Шанс организовать собственную атаку. Навес в центр штрафной. Он бьет головой и забивает. Удар головой и мяч в сетке ворот. Отличная передача, вы только посмотрите, как точно мяч пришелся на голову. Как по нотам была разыграна атака, и неудивительно, что она привела к взятию ворот. Великолепный кросс с левого фланга, и оставалось только замкнуть эту передачу. Да, разыграли просто сказочно. Ну что сказать, для этого стандарты и отрабатываются на тренировках. Да, исполнено было все идеально, начиная с подачи и заканчивая завершающим ударом. Невероятно начали они матч, конечно. По сути, второй тайм превращается в пустую формальность. Потери и мяч у соперника. Неплохой был пас, но соперник эту передачу прочитал. Атака остановлена, но кто получит мяч? 4-1 к перерыву. Выигрывают хозяева после первых 45 минут. Это ожидаемо, в принципе. Упоминали мы перед матчем их рекорд по игре в защите, а вот теперь и нападение подтянул. Замечательная игра. В футболе бывает всякое, но голевой перевес одной из команд слишком велик, чтобы во втором тайме предрекать 100% интригу. Из этой атаки может получиться что-то стоящее. Долго держит мяч команда, но пора как-то обострять. И пробил он по воротам. Мяч в руках у голкипера. Можно было пробить и получше. Глушаков перехватывает мяч. И подача туда, в сторону ворот. Защита первая на мяче. Вынос. Разгадали замысел соперника, они и завладели мячом. Потеря, все, в оборону. Вот, навязывают ему борьбу. Денис Глушаков. Офсайд сигнализирует боковой.
Серьезные тактические изменения сейчас произойдут. Тренер бросает в бой сразу двух новых игроков. Пробил! Мяч за боковой линией. Роман Зобнин. Мяч перехвачен. Плохо сыграно. И промазал. А мог бы уже хет-трик оформить. Но парень-то он настырный. Сдается мне, мы еще увидим его сегодня в деле. Ищут они разные варианты для атаки. Соперник среагировал раньше, чем мяч добрался до своего адресата. И буквально подарил мяч сопернику. На грани офсайда хотел сыграть, не получилось. По всей видимости, замена готовится у команды хозяев. Вливает свежих сил в игру наставник команды. Надежно сыграно. Жаль, мяч не у него остался. Прижали соперника к воротам и ждут свой шанс. И пробил игрок. И мы видим попытку забить гол. Немного поправить, так сказать, голевую разницу. Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. В домашней команде увидим мы сейчас замену. Готов уже игрок выйти на поле, ждет разрешения арбитра. Навес напрашивается. Вынос. Мяч не задержался в штрафной. На пару решили разыграть эту комбинацию. Неточный удар. И все, надо забыть это побыстрее и играть дальше. Отправляется на скамейку игрок, и трибуны просто с ума сходят. Ну что, вот такие овации, достойная награда игроку, который сегодня проявил себя во всей красе. Подача в штрафную, там есть кому сыграть. Хорошая была ситуация, вот только навес этот у него явно не получился. Почти все его пасы сегодня достигли цели. Не может никак команда зацепиться за мяч, и вот на блюдечке преподнесла его соперник. Как вариант продолжения напрашивается навес. Выбит мяч из штрафной. И пробил!
Отважился на удар издали и почти попал. Да, удар получился плотным, но вот точности ему не хватило. Уверенно сыграл на... Какой удар! Они проигрывают, но не сдаются. Пытаются забить и сократить разрыв в счете. Последние минуты матча, и вы слышите, как шумит стадион. Здесь вообще здорово поддерживает свою команду. Она выигрывает этот матч, и времени отыграться сопернику уже совсем не осталось. Мягче, мягче надо бить по мячу. И снова точно партнеру отдает он мяч. Теперь в атаке уже соперник будет. Четверть часа еще играть команда. Практически никаких усилий не пришлось предпринимать, чтобы перехватить эту передачу. Нет, не пойдут они в прессинг, будут ждать, пока соперник сам подойдет к ним поближе. Пушка страстная! Увидел возможность и зарядил с дистанции. Да, зубодробительный удар, приложился он, так скажем, от души. Удар выдался на загляденье, и голкипер ничего не смог поделать. Да, такие мячи не берутся. Претензии тут надо предъявлять не вратарю, а спрашивать нужно в первую очередь защитников. Какой удар все-таки? А, пушка страшная. Тренер счастлив. Его план на игру работает, команда выигрывает крупно. Так бывает, и не обязательно, чтобы одна команда была на порядок лучше другой. Просто у одной все получается, а у другой ничего. Уверенная победа хозяев получается сегодня. Я бы назвал ее еще и предсказуемой. Все-таки разница в классе сегодняшних команд налицо. Много еще играть. 10 минут. Попытка обострить игру. Хороший пас. Что дальше? Навес в центр штрафной. До нападающих мяч не дошел. Выносит его сразу же из штрафной. И пробил он поворотом. Опасно может быть, в штрафной есть на кого подать. Мяч летит в центр штрафной. Соперника просто не заметил. И выносится мяч из штрафной. Через фланг атака пошла, и тут есть свободное пространство. Забирает мяч голкипер. Мяч.
Неплохо атака развивалась, но мяч потеряли они. Классный перехват. Подача. Чей мяч будет? Заброс вперед. Удар. Подарил мяч кому-то из болельщиков на трибуне. Спасибо, скажи им. Еще 4 минуты проведут команда на поле. Ни к чему не привел навес, мяч у защиты в итоге. Это слишком сильно. Вратарь забирает мяч. Хорошо укрыл мяч. Опасно! Ну давай же! Ох, какой гол! Какой гол! Не самый сильный удар на свете он нанес, но тем не менее мяч в сетку. Вратарь в этом моменте с голом ворота потерял. На повторе это хорошо видно. Ничего тут не оставалось, кроме как просто отправить мяч в ворота. Не мог он тут промахнуться и не наказать соперника за ошибку. Доволен тренер. Команда ведет с хорошим запасом. Ну что же, они полностью заслужили сегодняшнюю победу. Финальный свисток. Ну что ж, давайте подведем итоги матча. Я обойдусь двумя словами. Абсолютное доминирование одной команды. Георгий, ты плохо считаешь. Это было 4 слова. Взяли сегодня хозяева 3 очка, и ничего удивительного в этом, в общем-то, нет. Привыкли мы их хвалить в основном за оборону, а тут нападение выступило в совершенно потрясающем виде. Они сыграли просто великолепно.